Привет, YouTube, привет. Вот к этой моей машинке, к споттеру, пришла маленькая посылочка такая. Ну, кто таким оборудованием работал, знает, что тут все такое грубое, большое. Кабеля тут толстенные, оборудование такое все, ну, большое, тяжелое. Вот. Есть у меня задумка, когда аккуратно надо делать, но он как бы менее гибкий, не везде им дотянешься. А сейчас уже ребята научились делать маленькие приспособы. Сейчас покажу, вот мини-пулер. Вот он мини-пулер. Одевается он вот сюда на пистолет, вот в эту верхнюю часть. Как видите, приходится растопыривать руки. Вот. Такое все большое. Да, я им работал успешно. Тут руки-ноги выдвигаются, задвигаются. Но, тем не менее, сделать аккуратно, по минимуму. Вот. Не очень это удобно все работается. И вот родилась такая посылочка. Ребята делают. Вот, опять же, можно и большое усилие создать им, и поменьше. Это все двигается, регулируется как надо. Гораздо удобнее. Опять же, вместо всех вот этих частей можно так же, как на обратном молотке, вот на таком, на большом, он тяжелючий, зараза. Вот, можно взять, одеть там грузик, там 300, 350, 400 грамм. И точно так же работать без вот этого всего. Но я это потом покажу. Вот он, следующий момент. Одеваются вот такие вот небольшие. Я взял два типа. Самый маленький и побольше. Вот. И плюс сейчас еще покажу. Поехали дальше. Вот он, наконечничек одевается, прикручивается на него для работы. Он стальной, ну, можно обедненный, чтобы меньше. И маленькая вот она приварная масса. Ну, кто в теме, тут сразу поймет, о чем речь. Вот цена вот этого всего комплекта обошлось мне 1600 ре. Я считаю, что много инструмента можно сделать самому. Это легко, достаточно и быстро. Ну вот, за такую цену я посчитал, что проще все это купить, чем все это гандобить. Здесь все это сделано аккуратно, красиво, в кондукторах. Все четенько. Понятно, что где-то что-то, может быть, я еще доработаю под себя. Ну, вот такая цена комплекта в 1600 рублей. Остальное у меня там все есть. И в итоге переделка будет сводиться к тому, что вот он, пистолет, дублирующую кнопку выведу. И здесь вот к массе, к этому сделаю какие-то переходники. Я еще не определился с тем, как это все будет. Ну, опять же, чтобы можно было достать, куда-то поработать. Но опять же, мне не нужны огромные усилия, которые создают вот эти. Это уже для такой чистовой правки. Вот, когда надо аккуратно там что-то где-то. Или опять же усадить. Вот, где-то ужечь. Можно будет еще тут дополнительно к этому еще сделаю. Опять же, вот таким пистолетом ужигать металл. Вставляя, ну вот он, а нет, не вот он, вот он кусочек электрода угольного объединенного вставляется. Ну, работать таким пистолетом или что-то маленькое сделать там, поводить, потыкать, ужечь металл. Вот, исходя из этого, я решил, так сказать, найти замену вот этому мини-пулеру на вот такой. Ну, я его называю теперь микропулер. Хотя можно сделать еще и поменьше.
Вот. Ну и, как говорится, в итоге расширятся возможности вот этого аппарата, и мои возможности тоже. Буду более аккуратно работать. Вот, все-таки вот таким инструментом маленьким гораздо удобнее будет работать. И больше возможности куда-то залезть, подлезть. Что вот такие, во-первых, не дает длина проводов, во-вторых, все это достаточно большое и громоздкое. Вот так вот взял, упал, обиделся. Вот, что будет возможность подлезть. Естественно, что все это нуждается в доработке, но тем не менее. Ссылочку под видео, как вот я завел, и другим говорю, ребятам, кто вот выкладывает видео. Ссылочка под видео, где я это купил, будет. И там много чего еще интересного есть, кому-то может быть пригодится. Все, всем пока-пока. Спасибо за внимание.